У школі вона завжди хотіла бути на дошці пошани, але вчилась погано, тому що замість підручників обрала кар'єру моделі. Директор школи підтримувала цю ідею. Настільки, що таки повісила фото красуні на дошці пошани після того, як дівчина досягла успіху у модельному бізнесі. Життя на показ, яке воно? Свою просту історію розповідає Анна Суліма. На самом деле, никогда не хотела быть моделью, всегда хотела, вот у меня мечта с детства была, быть воспитателем детского сада. Вот серьезно. Я не скажу, что у меня там суперкрасивая морда, у меня высокий рост. Нет, этого всего у меня нету, но у меня есть мой язык. Вот кто кажет, что язык до Киева доведет, а мимо не до могилы, понимаешь? Все говорят о том, что работать моделью это очень просто. На самом деле нет, потому что это, вот как говорится, реально годы тренировок. Чтобы выдать правильную эмоцию, правильно управлять своей мимикой лица и так далее, реально нужно пахать. Стоять каждый день возле своего зеркала, улыбаться, кривляться, грустить, о чем-то думать, чтобы потом в дальнейшем у тебя, да, ты могла войти в кадр и в течение получаса уже отснять себе целый лукбук и быстренько уйти. Очень многие думают о том, что после проекта «Супермодель по-украински» только тогда я начала работать моделью. На самом деле проект у нас закончился 1,5 года назад, а моделью я работаю уже 6 лет. Тебя показали по телевизору, это посмотрело миллионы людей. И 5 тысяч реально к тебе за день добавилось. И все же тебе пишут, что все тебя любят. Боже, Сулима, ты самая классная, я за тобой. Либо там другие пишут, вот ты корова там жирная, я тебя ненавижу, чтобы тебя убрали. Куча разных сообщений, куча разных комментариев. И где-то там тебе написала твоя, блин, одноклассница. И реально эти сообщения затеривались. И я не отвечала своим друзьям, своим знакомым реально по 1,5 года, когда они уже не психовали, не звонили, а говорили, Сулима, а что ты там зазвездилась, да? И меня, честно говоря, всегда это так обижало, потому что, ну, не зазвездилась я, просто, ну, не могу, я не вижу того, что вы мне пишете. Люди идут, то так. То вона, дивися, то вона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И ты реально ходишь там и думаешь, блин, может что-то не так, что на меня, ну, типа люди так буро реагируют. А потом уже свыклась, что вплоть до того, я могу сейчас идти по улице, и идет за мной, реально была ситуация, что за мной идет 5 девочек, которые причем, это Сулима, дивись, вона настоящая, ей можно потрогать. Я этого не слышу даже. У меня идет возле меня парень, у которого уже глаз дергается вот так вот, потому что его, ну, ему это надоело, а я вообще не реагирую. Нет, на самом деле я не была никогда такой яркой, я очень спокойный, обычный человек. Просто мне что-то, я проснулась и поняла, что что-то мне грустно. Я вышла на улицу, смотрю, люди все одинаковые, однотипные, и я поняла, что, а я же не такая, я же должна быть ярче. Ну и решила стать более яркой, покрасить волосы в розовый цвет. Одеваться ярко вдобавок, ну, типа, мне это нравится, люди обращают внимание. Ну и ладно, они не только из-за одежды обращают внимание, потому что они и так знают, кто я такая, то некоторые обращают внимание. Я мало работаю сейчас в сфере модельного бизнеса, больше развиваюсь, работаю в сфере SMM. Я работаю пиарщиком в одной крупной компании, это Remuse Project, организация концертов по Украине наших артистов, и занимаюсь на пиаром. И девочка, которая в 18 лет живет одна в Киеве, имеет постоянную работу, вдобавок имеет шабашки в плане модельного, ну, я думаю, это достойно. То есть я собой реально горжусь. Ну, чуть-чуть, но горжусь. Я Аня Сулима, и это моя простая история.